Вы знаете, боюсь существенно понизить свой рейтинг и показаться в очередной раз непатриотичным, но я не думаю, что надо проводить Олимпиады в стране и за 50 миллиардов Олимпиады. В стране, где нет денег на детскую онкологию, на детскую медицину. В стране, где интернет кричит мольбами о помощи, о спасении людей. И на это нет денег, даже детей. Я не думаю, что надо тратить 50 миллиардов долларов в стране, где закрывается онкологический детский центр, потому что нету 30 миллионов долларов в год. Вот вместо этой Олимпиады мог, да, какое-то количество десятилетий, да, полтора десятка десятилетий мог бы работать закрытый онкологический детский центр, на который нету денег. Я уже не говорю о воровстве. Задачи Олимпиады в Сочи уже выполнены. Я не знаю, сколько медалей завоюют наши, но воровство уже произведено. Эти деньги уже сворованы в значительной степени. Это и была главная цель. Этому и радовались в основном те, кто пробивали эту Олимпиаду. Да, ну впереди еще чемпионат мира по футболу, еще много поводов для воровства. А также я не думаю, что надо проводить Олимпиады в странах, где есть политические заключенные. Была Олимпиада в Берлине 36 года. Это не пошло на пользу человечеству. Не надо. Олимпиада – это сильнейший пиаровский ресурс. Не надо пиарить страны, где есть политические заключенные. Да? Вот не стоит этого делать. И я не думаю, что стоит проводить Олимпиады в тех странах, где строителям Олимпиад засовывают лом в задницу в отделении полиции. Я думаю, что это лишнее. Я не хочу этой Олимпиады. Я не хочу видеть этого стадиона. Если я знаю, что строители этому стадиона в полиции засовывали лом в задницу, когда он пытался рассказать про воровство при строительстве этого стадиона. А этот случай был, да, и он зафиксирован. Вот я не думаю, что Олимпиада в Сочи – это лучшее, что мы придумали. И самое главное, что нас должно радовать.